Пайщики недостроя набережный квартал вновь вышли под прокуратуру. С момента последнего митинга прошло почти полгода, а ВОС и ныне там. Собственники строящегося жилья заявляют, что заказчик по-прежнему требует с них дополнительные деньги за завершение работ, но платить повторно они не намерены. Заказчик вот сейчас хочет возобновить строительство за наши деньги. То есть мы второй раз должны сброситься на строительство дома. Он говорит, что он точно такой же пайщик, и он точно так же обманут, как и мы. Хотя он является заказчиком строительства и владельцем земельного участка. Мы уже здесь уже раз бастовали, здесь были уже мы. Пообещали разобраться. Но никто этим не занимается, вообще спустили на тормоза и все. Никто этим, как будто нас и нет. В прокуратуре отчитались перед людьми за проведенные следственные действия. Строительство остановлено более чем год назад. Проблемы связаны с тем, что застройщик нарушил градостроительные нормы, в частности этажность, а также вышел за пятно застройки, предусмотренное проектом. Теперь заказчик работ «Олимпикс Транс» объявил себя также потерпевшим и требует дополнительные деньги с пайщиков.